местная продукция присутствует на рынке. Касаемо овощей, могу сказать по цифрам, у нас в Абхазии в год производится около 10 тысяч тонн овощей, и импортная продукция составляет, по данным таможенного комитета, за прошлый год это было 7800 тонн, в этом году 5400 тонн. То есть вот на эти цифры, если посмотреть... Импортная продукция у нас чуть меньше, чем местная продукция. Много привозного. Фрукты – это в основном привозные. По овощам у нас преобладает местная продукция. Яблоки и груши – это в основном привозные, персики. Потому что в советское время промышленных плантаций не было, груш, яблок. Промышленно у нас производилось, цитрусовые производились, чай, табак и виноград. Остальное все, больших хозяйств не было.